Всем здравствуйте. Сегодня у Гали на кухне вот такой вот творожной рулет из слоеного теста. У меня здесь тесто купленное, магазинное, творог, яйца, сахар. И вот такой вот на ужин рулет к чаю я приготовила. Все сложила на тесто, тесто раскатала, сложила туда творог, в творог сложила яйца, песок. Сверху смазала яйцом и поставила в духовку на 20 минут. И вот такой вот рулет у меня получился. Затем его разрезала на кусочки. И сейчас будем пить чай. Всем приятного аппетита! С вами была Галя.